Книга «Открытым оком», том 5, тема «Природа», вопрос 1444. Псалом 143:7. «Простри с высоты руку Твою, избавь меня, и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных». От каких вод? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Можете понимать, что на юге бывает наводнение, оттаяние льда в горах. Давида затопляло, когда он убегал от Саула. Но это толкование будет и примитивно, и чересчур уж упрощено. Но для детей и такое понятно. Когда мы попадаем в наводнение, тогда такое толкование вдруг выплывает на самое первое место в наших акафистах. Воды – это беды. Это гонители, враги, несчастья, потери, не сбывшиеся надежды, огорчение от близких. Это заглядатаи. Иов 27:20. «Как воды постигнут его ужасы, в ночи похитит его буря». Псалом 68:2. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей». Псалом 123:4. «Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашей». Притчи 17:14. «Начало ссоры, как прорыв воды, оставь ссору прежде, нежели разгорелась она». Исайя 8:7. «Наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя сирийского, со всею славою его, и поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих».